Итак, всем добрый вечер. Вот провожу фото-видеосъемку новой астрокамеры SVBONI 205. Вот там вдалеке в небе Венера, телескоп SkyWatcher, система Максутова Кассегрена 100 мм, 102 мм апертура, диаметр объектива на монтировка экваториальной на вот таком штативе. Ну вот сейчас покажу, как это выглядит. Без часового механизма, как она уже быстро убегает. Соответственно, я ее выставляю таким образом, чтобы она была с одной стороны кадра. И пока она пройдет до другой стороны поля зрения, в данном случае камеры, мы делаем или отдельные кадры в программе, или видеозапись, которая потом уже может просматриваться, обрабатываться, удаляться и так далее. 4 часа утра. Я решил вот так поуютней расположиться в беседочке. Телескоп с камерой, ноутбук и, так сказать, место управления системой готово. Если с Венерой мне повезло, так как она в этот вечер была высоко над горизонтом, то с Юпитером, Сатурном и Луной съемка была отчасти экстремальной, так как высота их над горизонтом в предрассветное время была очень небольшой, а чем ниже небесное светило в небе, тем больше искажений в изображение добавляет атмосфера Земли. Конечно, когда планеты будут выше в небе, хотя бы выше 25 градусов над горизонтом, то качество картинки будет намного лучше. Важно помнить, что качество получаемой картинки зависит от многого. Место и условия съемки, состояние атмосферы, параметры телескопа, качество штатива и монтировки и, конечно, параметры настройки изображения в программе видеозахвата. Буквально уже на рассвете удалось поймать и настроиться, и поснимать Сатурн. Конечно, немало времени занимает обработка отснятого материала. Это целое искусство. В эту ночь я проводил наблюдение съемку на монтировке Яку-2 без часового ведения. Если у вас будет монтировка с часовым ведением и телескоп большей апертуры, то вы можете получить намного более качественные кадры. Там перекрестие нитей, в искателе перекрестие нитей, по которому я навожусь на планету, соответственно, вот на Венеру. Потому что здесь вместо окуляра, куда мы можем смотреть телескоп, сейчас установлена камера. Эта камера может подключаться по кабелю, по USB-переходнику и к смартфону. Но сейчас я вот подвожу ручкой, вот поворачиваю ручку. У меня сейчас телескоп без часового механизма, соответственно, я управляю вручную, отпускаю ручки, даю успокоиться. И вот мы видим, как в поле зрения Венера плывет. При разных разрешениях и разных настройках, соответственно, камеры в программе. Тут я провод цепляю, вот так дрожит у меня. Можно добиться четкого изображения, сделать видео, потом уже обрабатывать, суммировать, получать итоговый кадр. Также это вот сейчас получается, мы видим изображение Венеры в прямом фокусе телескопа, так сказать. Можно камеру установить в линзу Барлоу и вместе уже с линзой Барлоу двукратной в посадочное место окуляра. Тогда изображение Венеры будет больше или любой планеты. Можно еще использовать, как называют, разгонную втулку. Это еще одна линза Барлоу, у которой скручена часть самой линзы, просто как удлинитель получается. И сюда астрокамеру. И получается увеличение еще больше.